Уже в шестой раз на территории Славянского района прошел межрайонный слет молодых специалистов. На этот раз в нем приняли участие около 30 молодых преподавателей. Для того, чтобы обменяться опытом, получить ответы на вопросы и, конечно, познакомиться друг с другом для дальнейшего сотрудничества. Инициатором проведения слета молодых педагогов выступило районное управление образования. На этот раз соревновались команды Славянского и Крымского районов, а также города-героя Новороссийска. Конкурсные испытания традиционные, обычно мы знакомимся, проходим соревнования по станциям, также предусмотрена спортивная эстафета и круглый стол образовательных политиков. То есть молодые педагоги смогут порассуждать о том, насколько современное образование успешно, каково оно было в историческом своем развитии и что его ждет в будущем. В начале встречи молодых специалистов поприветствовал начальник управления образования Виталий Титаренко. Он отметил важность слета для молодого поколения педагогов и выразил надежду на то, что именно с ними будет связано развитие всей системы образования Славянского района. Наша система образования тех районов, которые присутствуют здесь, она имеет продолжение, имеет свою основу. И мы горды тем, что в систему образования наших районов приходят каждый год молодые педагоги. И желаю вам самого главного – это остаться в системе образования и продолжать совместную работу с нами. Организаторы создали все условия для раскрытия творческого потенциала молодых специалистов, чтобы каждый мог познакомиться с новыми людьми, проявить свой талант, научиться чему-то новому. Уже не первый год в слете принимают участие учитель истории и социальный педагог лицея номер 4 Владимир Орловский. Участие в слете ему помогает раскрыться, включиться с энтузиазмом в командную работу и проникнуться общей идеей. Собираются здесь специалисты, правильно же, тоже молодые педагоги. У каждого свой внутренний мир, естественно, разный. Вот. Что-то подскажут из другого района, да, естественно, для чего мы соревнуемся. Кто-то так свою позицию выражает, да, кто-то другую позицию по-своему выражает. Поэтому, говорю, сбор, большой сбор идей получается. Я только за то, чтобы соревнования происходили почаще. Первый конкурс – визитная карточка, где команды представили свой муниципалитет, познакомились друг с другом. Ведь наше призвание – служить образованию. Это так и давно, правый путь. Наши глаза, ваши дания, ждут встречи, прощания. Но с пути нам уже не свернуть. Далее молодые педагоги разошлись по станциям, где им предстояло проявить себя в разнообразных творческих мастерских. Там участники слета обсудили профессиональные проблемы, поделились своими достижениями с коллегами. Этот слет в очередной раз доказал, что опытным педагогам выросла достойная замена. Лучшей по итогам слета стала команда Славянского района. На втором месте – педагоги Крымского района. На третьем – молодые специалисты из Новороссийска. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».